Всем, дорогие мои друзья, новый день, чудесная погода. Мне для вас сегодня есть кое-что сказать, какие планы ждут в течение не этого месяца, а следующего месяца. Планы очень хорошие. Надеюсь, что все мы по планам, которые я создал. И надеюсь, что вам это будет все хорошо. Так что, ребята, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет очень интересно! Потому что я сам никуда уже не... Скажем так, я никуда не уезжал уже больше года. Но, наконец-то, теперь я решился. Мой отпуск скоро будет. Я просто уеду. И мною было принято решение уехать, как многие норвежцы говорили, что очень хорошая страна, это Турция. Город называется Анталия. Я хочу показать, что я уже сделал, какие планы. Немножко расскажу. Так что смотрите. Интересно. Все под это! Вот, смотрите на это, смотрите, ребята. Это я уже все сделал, букинги. Купил самолет на билеты. Я уже сделал. С первого чего мы начнем, так это с билетов. Заказал я себе, уже оплатил, заказал себе Турцию. Выезжаю, кстати, я числа 11 августа. Уезжаю. Так, Анталия, Осло, Анталия. Прямой рейс. Ну, это номер самолета в 11:50 с Осло. И прилетаю сразу туда, в Анталию, в 16:55. Да, и отсюда до Осло мне поездом ехать 2,5 часа. Да, вот там вот идет, этот идет прямой рейс. Прямо не, ну, отсюда делать можно пересадку. Но я буду делать одну пересадку. Вот. И обратно, ребята, наша это компания Norwegian. Наша компания Анталия. Анталия. Терминал 2. Вот, и обратно в 7 часов, вот 7:50 утра с Анталии. Это будет у нас 23 числа. Вот я серии дал тум чуетрен. 23 числа. 23 числа 7:50 утром. И в Осло я буду в 10:35. Вот. И, ну, класс экономии, конечно. Ну, один будет, но уже не будет прямой рейс. Будет один стоп. Ну, это один час. Мне надо будет ждать и 25 минут. Так что нормально. Очень хорошо. Вот. И... Вот, 23 числа августа, вот это число, обратно. И это, ребята, дорогие, это стоит у нас, скажем, покажу цену, ну, с багажом я взял. Потому что, что интересно, что туда едешь, в Анталию, без багажа, но обратно с багажом включен билет, ну, в стоимость билета. Но я говорю, ну а как так? Мне же багаж нужен будет. Я пришлось мне купить багаж именно туда. И с этим же самым багажом обратно. Стоит, ребята, вот эта конечная цена. 6,425 крон. Это где-то, ну скажем, 6,5 евро. Ой, 6,5. Это будет у нас 650 евро, где-то так. Стоимость. Вот этот билет входит. Вот я сказал про этот билет. Да, ребята? Следующее, ребята. Ну. Что интересно, что мной было принято решение брать не один отель. Не самый шикарный, не самый там такой навороченный, а именно брать начинается по ступенькам. То есть я взял 3 отеля. Это я хочу сделать именно для видео, чтобы показать, какая разница между отелями. Вот этот простой отель, то есть, нет, вот это, ой, это самый дорогой. Сюда потом идет этот, и этот, вот так получается. Вот самый дешевый отель, не дешевый, очень хороший дешевый цене.
Вот, отель называется Arcadia Intel Hotel. Она вот тут, Кемера. Все это находится в Кемера. Вот. Она вот тут находится недалеко от озера. Но это самый дешевый отель, но завтра включен. Я буду в этом отеле находиться с 11 августа по 15. Это вот такой. 4 ночи, а одна комната. Вот, там входит завтрак. Все тут входит. Стоит где-то один... Вот евро. 111 евро. 4 ночи. Это самый дешевый отель. Ну, не самый дешевый, но самый простой отель. Вот. И это интернет туда входит. Нет, вот этот интернет надо будет заплатить. Платить где-то 2-3 евро надо будет платить. Но это ерунда. Это все ерунда. Это все будет. Это такой простенький отель. Называется Arcadia Inn. Вот, вот название этого отеля. Может быть, кому-то пригодится. Потому что отзывы о нем хорошие. Вот. Это один отель. Второй отель. Потом идет с 15 августа по 19 августа. Это уже 4-звездный отель. Называется Mona Rosa Garden Hotel. Намного лучше. Тоже читал отзывы. И было принято решение брать такой отель. Это получается 4 ночи. Да, 4 ночи стоит. Вот. Да, конечно, год может. Стоит это уже чуть выше 275 евро и 40 цент. Это уже на евро сделано. Так, это получается, да, Турция, да. Да, 4 ночи получается. Второй отель. А вот третий отель, самый дорогой, который взяли, 5-звездный отель, все включено. Ну, в этом тоже идет, завтрак, ужин, не, завтрак, обед и ужин. Единственное. А все остальные развлекательные программы, это дополнительные платы. Тоже отзывы от него хорошие. Ну, вот самый дорогой отель, который стоит тоже 4 ночи. Это называется вот такой отель. Orange Country Rest Hotel Camera. Прямо ближе находится, да? Вот. И это будет с 19 числа. 4 ночи. Да, и по 23 числа. 23 числа я уже улетаю. Все включено, вот полностью все. Территория очень огромная, всякие активитеты есть, там дискотека, ночные клубы, бары, что я там все прочитал. Стоит 4 ночи удовольствия, стоит это 820 евро. Элита антрис, фэшн отеля во 100 евро, да. Да, за 4 ночи, все по 4 ночи. Вот такая разница в цене есть. Все это уже сделано, оплачено, так что... Так что и буду вам, ребята, буду вам снимать, когда как начинается моя поездка, с чего начинается, буду я потихоньку выкладывать. А с Гуннером мы сейчас договариваемся, как планируем. Он мне в компьютер установит программу, которую можно посылать видео на эту программу и прямо к нему до 2 гигабайта. То есть по маленьким видео, чтобы одно видео было, я буду ему посылать прямо в Норвегию. Вот, и это стоит все по компьютеру. Так что будет очень удобно, буду его распишу, чтобы он понимал, о чем речь, и порядок видос, чтобы мог бы делать эти вот, ну, редагировать эти видео, чтобы было понятно. Вот, вот сейчас будем мы сидеть, и он мне программу эту все сделает, все объяснит, потому что он ответственный за выложение видео по компьютеру. А вот этот билет, кстати, это моя поездка в Латвию. В Латвию поеду я не один, но еще до этого будет еще один билет в Латвию, потому что квартира там, насчет квартиры, надо решить вопрос, это вопрос уладится, но это будет в октябре, ребята,
Еду я в Ригу. Еду я в Ригу. Гардемун. Это обратный билет. 23 числа еду. Это будет октябрь. 23 числа, 10-го. И обратно 23-го уезжаю, улетаю, 29-го обратно. Это почти неделя. Еду я с одним человеком, Ингой, который меня очень давно знает. Мы будем вместе справлять мое день рождения и его на 100-летие вместе. То есть, это получается, ему будет 60 лет, а мне будет 40 лет. А я говорю, конечно, мы. И, еще Гуннар будет, еще Гуннар. Надеюсь, что Гуннар будет тоже с нами, потому что... Если for vaccine, like... Да, если он получит вакцину, если все он это, все это сделает, потому что он тоже, ну, ждет как бы его на очередь. Вот, многие этого против, но... Мне коста на билет, ну? Этот билет стоил туда и обратно, без багажа. Мне багаж я не буду брать, это... Потому что он ручной кладь у меня есть. Стоит... Где-то вот 52 евро. Ну, 53 евро. Без багажа. Ручная кладь. Лить билет на Тиркебилетен. Да, но немножко, намного дешевле, чем в Турцию. Вот. И будем находиться в квартире. Потом поедем в город Резекна, где я вырос. Поселок Малта. Может быть, кто-то с Латвии смотрит меня. Может быть, они уже должны знать, где это находится. Это Латгальский район. Город Резекна и поселок Малта. Но мы остановимся в городе Резекны. А Малты до Резекны где-то 20 километров. Мы будем снимать эту машину вместе. И тоже будет видос, будет, ребята. Тоже будем мы выкладывать, как это будет мы справлять мы наш день рождения вместе. Потому что друг очень хороший. Вот. Посетим интернат, где я вырос. Покажу тоже на видео. Как вам обещал, ребята. И получится, может, учителей навестить некоторых. Вот таких стареньких. Это будет и тоже интересно. Поговорим. Вот. Если будет возможность, буду снимать. Ну, как дела, что и как, чтобы они там не пугались. Вот. И вот такие мои планы ближайшие этой августа. Сентябрь тоже в Латвию поеду, но мы не купили еще билеты, потому что тогда я поеду с мамой и с Гуннаром. Вот, если все будет все по плану. А потом уже будет это Латвия будет, потом уже. Вот. И будет, я надеюсь, поездка интересна. Конечно, может быть, вам, ребята, больше хочется снимать Норвегию. Это будет, будет. Но не все сразу. Я обещаю вам. Еще покажу эти и фьорды, и язык тролля. И называется... Трибун. Город Трибун, где можно выходить там. Ну, это все это будет. Все это будет, но не сразу. Но пока я... Отпуск хочу привезти за границы. И посмотрим, как это все будет интересно. Надеюсь, что они по-русски там говорят, что многие там Турции говорят по-русски, потому что это город такой курортный для туристов. Вот. Ну, немножко английский я знаю немножко. Ну, посмотрим, как это все будет. Интересно будет. Как там, до аэропорта туда-туда, я уже читал, уже у меня сообщение пришло, типа уже все готовы там за 40 евро там привезти. Ну, это где-то 40-50 километров, я думаю, так. Вот. И будет интересно, будет интересно. Так что, ребята, вот такое короткое видео, такой короткий план о моих планах. Так что, ребята, спасибо, что вы меня смотрите. Хорошего вам отпуска, отдыха, купания. И погоды. Так что, ребята, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем, ребята, всем пока.